Всем привет, с вами Артур Роуз, и в этом видео мы поговорим о том, как же накручивать лайки и как накручивать подписчиков автоматом. В предыдущем видео я рассказывал, как бесплатно накручивать лайки с помощью сервиса SocGain. По этой же схеме можно накручивать подписчиков, но в предыдущем видео мы рассматривали абсолютно бесплатный вариант, где мы затрачиваем свое время, но получаем бесплатную накрутку подписчиков и бесплатную накрутку лайков. А это видео для тех, кто ценит свое время и хочет этот процесс полностью автоматизировать. Если вы еще не смотрели предыдущее видео и вас интересует именно бесплатная накрутка лайков и подписчиков, то ссылка на предыдущее видео появится сейчас в середине слева на экране. Нажимайте на нее и смотрите видео. А мы продолжаем рассматривать тот вариант для людей, которые ценят свое время. Итак, поехали! Нам нужен сайт socgain.com, заходим на него, авторизируемся через Instagram. Так, теперь нам нужен сайт bootup.me, ссылка на данный сервис будет в описании под видео, там будет кнопочка еще написана, нужно нажать туда и аннотации раскроются. Также ссылка будет для удобства в комментариях, поэтому не бойтесь, ссылку вы обязательно найдете. Итак, тут мы нажимаем, значит, цены. Открывается меню, мы выбираем категорию стандарт AutoPoint, нажимаем подробнее. Данная услуга стоит 800 рублей, но есть 2 часа демо доступа. Также у вас будет скидка, если вы наберете код, промокод Artur Roses, то у вас будет 10% скидка. И сервис будет стоить 720 рублей в месяц. Итак, после того, как вы оплатили либо с карты, либо с Яндекс.Денег там, или PayPal, вы нажимаете «Установить бутап панель» и «Запустить бутап панель». Вот так выглядит бутап панель, она запустится. Мы выбираем здесь в папке «Про авто», «Грам авто SocGain». Так, вот нажимаем на «Авто SocGain», вот этот вот квадратик. После этого, значит, тут будут общие настройки. Тут вот видите вкладку «Общие», «Лайк» и «Подписка». Можно, значит, что делать? С помощью данного сервиса bootup.me сервис будет сам за вас лайкать, подписываться на людей, комментировать, выполнять, в общем, задания и набирать вам баллы 24 часа в сутки он может это делать. Окей. Мне вот интересно посчитать, вот сервис стоит 720 рублей в месяц, 720 рублей. Мы делим в среднем в месяце 30 дней и делим на 24 часа. Итого 1 час получается стоит работы данного робота 1 рубль. То есть и робот может работать на вас 24 часа в сутки за 1 рубль в час. То есть это очень удобно для тех людей, кто ценит свое время, потому что я даже считаю, что время ребенка и то стоит дороже. Чем тратить свое время, проще вот купить вот этот сервис и пускай он сам вам накручивает баллы. Окей. Как, значит, нам быть? В общих настройках мы выбираем, что мы будем делать. Лайкать, фолловить это, подписываться, комментировать. Для того, чтобы комментировать и делать комментарии, нужно, значит, вам обязательно подготовить для этого файл самих комментариев. Для того, чтобы подготовить этот файл, вы заходите в папку «Инструменты», тут, значит, найдете текстовый редактор, заходите в него, нажмете два раза кнопку мыши, и тут вы будете набирать комментарии. Но я, если честно, никогда комментариями не пользуюсь и с помощью них не накручиваю баллы, потому что это геморройно. Вот, я накручиваю баллы с помощью подписки и с помощью лайков. Значит, что мы делаем? Мы выбираем на лайки, значит, одну единичку, на фоллове максимум 20. Это не значит, что вы подпишетесь на 20 человек, там робот за вас подписался, да, и дальше не будет подписываться. Он будет подписываться хоть сутки подряд, до тех пор, пока на данном сервисе будут задания. Окей, что мы делаем? Теперь, значит, комментарии мы уберем, нам они не нужны. А теперь нам нужно ставить временную паузу. На лайки я советую поставить временную паузу, ну, минимум в 15-30 секунд. Вот, ну, давайте я поставлю в 15. На подписке тоже хотя бы, ну, секунд 25-30. Но для демонстрации я сейчас поставлю 10 секунд на подписке и давайте 10 секунд на лайки. Теперь я нажимаю bootup, запускается панель. Кстати, не забывайте, когда запустите bootup панель, вот тут вот нужно зарегистрировать свой аккаунт. Также, кстати, можно сделать несколько фейковых аккаунтов, вот, но нужно, чтобы они были похожи на настоящие аккаунты, подтвердить их в данном сервисе. И когда вы будете зарабатывать баллы, то вы сможете распределять баллы между своими аккаунтами.
так делаю я, например. У меня есть один настоящий аккаунт, который я не загрязняю, и есть несколько фейковых аккаунтов, через которые я зарабатываю там баллы, и потом просто эти баллы передаю на свой основной аккаунт. Тем самым мой основной аккаунт не засоряется. Итак, мы видим то, что слева у нас уже проставлен один лайк и стоит одна подписка. Было 82 балла, обновляем, смотрим 85 баллов. После того, как вы наберете определенное количество баллов, вам нужно будет зайти в накрутить, выбирайте лайки, подписка или комментарии, или еще какие-либо задания. Допустим, мы нажимаем лайки, после этого выбирайте фотографию, на которой нужно накрутить лайки, после этого выбирайте количество, минимум это 10, да, и выбирайте цену. Ну, цена стандартная, 5 баллов за 1 лайк. И после этого нажимаете gain, и накрутка будет происходить очень довольно-таки быстро. Ну вот и все, дорогие друзья, теперь вы знаете, как автоматизировать процесс накрутки лайков и подписчиков благодаря сервису Boot.me. Это можно делать за 1 рубль в час, либо можно зайти, если вам интересна бесплатная версия, и на соцгейне сделать это все вручную, самому или самой, и абсолютно бесплатно. Ссылка на сервис соцгейн и ссылка на Boot.me будет в описании, также будет написан промокод на скидку. Также на данном сервисе Boot.me есть куча других много возможностей для того, чтобы раскрутить свой аккаунт в Инстаграме. Сейчас на экране появится ссылка на плейлист, где есть несколько видеозаписей, где я раскрываю секреты и фишки по раскрутке в Инстаграм с помощью данного сервиса. Дорогие друзья и подписчики, или просто те ребята, кто нашел это видео, у вас справа наверху в углу есть такой кружочек с кнопочкой i. Нажмите на него. Мне очень интересно, на какие темы вы хотите, чтобы я снимал дальнейшие видео. Поэтому специально для вас я сделал данный опрос. Примите в нем участие. Напоминаю, с вами был Артур Роуз. Обязательно ставьте лайки. На своем канале я рассказываю про то, как раскручиваться в соцсетях, про бизнес, лайфхаки и другие полезные видео. Обязательно подписывайся на мой канал и будь всегда в курсе. До встречи в следующих видео уроках. Пока!